Нарутару – аниме, где за веселым, почти детским опенингом скрывается недетский ужастик с расчлененкой. Это аниме похоже на книгу с довольно красивой обложкой. Но стоит открыть книгу, и вас ждет описание жутких вещей, сдобренное густым матом. К тому же страницы не на своих местах, из-за чего понять содержимое книги невозможно. Тем же самым страдает и аниме «Нарутару», сюжет которого составлен из рандомных, ничем не связанных глав оригинальной манги. Аниме не рекомендуется смотреть не только слабонервным, но и тем, кто ценит сюжет. Подписывайтесь, жмите пальцы вверх, оставляйте комментарии и жмите на колокольчик, чтобы не упустить новые видео.